Ромарио Маркеос. Решил покончить сегодня с двумя эгрегорами. Первый эгрегор — это курение. То есть я вчера бросил курить. Сегодня я разрубил этот гаджет, этот, дудку эту для курения айкосов этих. Solid. Топором. Второй эгрегор, с которым я решил покончить, это место работы, где я работал, где я числился, можно сказать. Последние 8 месяцев я на больничном. Я много думал об этом месте работы и о плюсах и минусах. Минусы оказались весомее. Перевесили, так сказать. Много расходов на дорогу. А зарплата не такая уже большая. Короче, уволился. Вот, забрал свое кресло. Вещи забрал кое-какие. Ну, там что-то кружка, ежедневник. Очень тепло пообщался с сотрудниками. Говорили, болеете, болеете. Чем увольняетесь во время больничного? Я такой принципиальный человек, я просто не хочу даже ни дня там. Я просто не хочу идти против своей воли. Есть клиент, там посмотрим. Планы есть, просто не буду ничего озвучивать. Опять похолодание. Но ходить надо вечерками, вечерами. Зарабатывать ногу. Может, завтра пойду в лес схожу. Посмотрим.